Игровой челлендж. Кто-то еще помнит, что это такое? Всем привет, друзья, с вами Брайан. И добро пожаловать в... Игровой челлендж. Кто не понимает и задается вопросом, что это такое? То я напомню, что в этой рубрике я смешиваю видеоигры с челленджами. Вы, наверное, скажете, ну и связывает он, ну и пусть связывает, но... Челленджи здесь придумываю не я, а мои зрители. Теперь я понимаете, в какое дерьмо я попал. Ближе к делу. На этот раз мне придется пройти первые три ночи в игре Five Nights at Freddy 3. И при каждом проигрыше я должен буду пить острый соус. У меня самые добрые подписчики в мире. Ладно, я уже вижу, как у вас слюни текут, увидеть, как я буду мучиться. Поэтому давайте начнем. Ну что же, первая ночь, 12 часов, но... Серьезно? Сколько можно совать сюда, грёбаный вентилятор? Алло, чё надо? Ага, теперь у нас есть вот такая вот система, за которой мы должны будем следить. Вентиляция, камера, аудиодевайсы, что? Что же уж больно сильно заброшено это здание. Заросли какие-то. Мы чё, в джунглях? Что у нас в камерах? В камерах у нас сраные помехи. Ничего не видно, вот реально. Стоп, это Чика? Она что, после второй части в запой шла? Посмотрите на это лицо, господи. Чувак, тебе не кажется, что ты разговариваешь уже 4 часа ночи? Пора бы уже заткнуться. Что-то в первую ночь даже на меня никто не нападает. Я даже никого не видел, кроме пьяной Чики. Тут еще, кстати, вентиляция есть. То есть он может по вентиляциям к нам в офис вот сюда пробраться. Нам нужно за этим следить обязательно. Стоп. А чё так легко? Итак, у нас мини-игра. Даже не спрашивайте меня, что здесь делают эти ходячие тапочки. Я все-таки предполагаю, что это крысы, нежели тапочки. Хотя, кто знает... Вас приветствует рубрика «Страшные теории». Кто это, ходячие тапочки или крысы? Если тапочки, то почему ходячие? Если крысы, то почему как тапочки? Да, я знаю, что я взорвал вам мозг. Я обязательно раскрою эту теорию, как только это видео наберет 40 тысяч лайков. О нет, фиолетовый человек убил меня. Так, все, я звоню в полицию. Стоп. А как я могу звонить в полицию, если меня убили? Страшные теории! Эй, кто? Чё у меня сломали? Кто сломал мою вентиляцию? Я вообще-то должен дышать здоровым воздухом, потому что я за здоровый образ жизни. Итак, сейчас вам расскажу такую тактику, которую я понял на протяжении всей игры. У нас, значит, есть вот это аудио. И оно привлекает аниматроника. Нам нужно таким образом отводить его подальше от нашего офиса, чтобы он туда не попал с помощью этого аудио. Например, если он будет в комнате номер 3, то нам нужно включить аудио в номере... О, господи, в номере! О, господи, кто это там был? Ты такая, что тебе надо от меня? Что тебе надо? Что делать? Это же Мангл, стоп! Она тут есть? Я не знал, что она тут есть. Она мне аудио сломала. Ну-ка, верни мое аудио, я танцевать хочу. Так вот, на чем мы остановились? Допустим, аниматроник в 5-й камере. Нам нужно включить аудио именно в 6-ю, потому что в 7-ю или 8-ю это будет слишком далеко от него, и он это не услышит. То есть... Логика! Ой, ты кто? О, господи! Это же Балун Бой был! Да ладно! Вали, продавай свои шарики во вторую часть, здесь они никому не нужны. Уже 4 часа ночи, я почти выжил. Ура! Кажется, я не буду пить этот сраный оус. Оус? Соус. О, мы опять играем в мини-игру. Только теперь мы играем за зайцем. Окей. Опять нас преследуют ходячие тапочки. Но ладно, мы опять следуем за фиолетовым медвежонком. Что-то это уж больно похоже на прошлую мини-игру. Вторая ночь пройдена, что-то как-то легко, первые две уже пройдены, мне нужно было пройти первые три. Ха, я что, вообще этот соус, кажется, пить не буду. Надеюсь на это. Ой, это что такое? Что это такое? По-моему, этого лица не было. О, господи! Вот пьянь-то подзаборная! По-моему, кто-то полз по вентиляции, наверное, мне показал все-таки. Привет. Что тебе? Что тебе надо? Что тебе здесь надо? Вот что тебе вкусненького дать? Будешь? И как тебе прогнать теперь? О, господи. Так, давайте починим. Надеюсь... О! Вы видели? Он там бежал! Кто сломал мне аудио? Кому надрать зад? Прикол в том, что если я не успею его починить, то это мне надерут зад. О, господи! И чё мы смотрим? О, Фредди. Ты упал. Бедный Фредди. Ну ладно. Ой. Блин, да блин, это чё? Они чё, вдвоем на меня напали? Чё-то я вообще не понял, ни черта.
Фух, ладно, первый проигрыш. Надеюсь, их будет не так много. Соус, ложка. Открывайся. Так, думаю, мне этого хватит, чтобы выжить. Ну, с богом. А вроде... о господи, чё я купил? Отзывы, о, даже отзывы есть, это он? Да, это он. Это просто шедевральное средство для самоубийства. Чё? А 2 килограмма маринованного мяса после 6 полноценных капель невозможно есть никому, кроме мазохистов. Чё? Я не мазохист! Зачем я так много наложил? Ладно, в следующий раз хотя бы поменьше. Фью, теперь играем как профи. Тактику игры я вроде бы как понял. Ой, у нас опять сломали вентиляции. Да кто мне ломает вентиляции? Так, ищем аниматроника впервые. Его, по-моему, Спринг Трэп зовут, насколько я помню. Но, блин, где он? Уже 3 часа ночи, нам еще столько же осталось продержаться. Но я надеюсь, что мы сможем это сделать. Так, я повторяю те же ошибки. Сейчас я, наверное, напущу камеру, он на меня нападет. О, Фредди, скажи мне, что с тобой стало? Почему ты хромой? Скажи, это все Чика виновата, да? Это все Чиков с тобой. Это... блин! Понял. Не Чика. Господи, господи, нужно чинить, чинить. Чиним, 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 чиним. А, точно, видео. Я уже и забыл. Так, на чем мы остановились? На том, как я выиграл, да? Ну все. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то поставьте мне палец вверх и подпишитесь на мой канал. Пока. Сработало, да? Окей, на этот раз я думаю, стоит его поменьше насыпать, потому что еще после прошлого раза я минут 10 воды хлебал. Причем вкус сначала такой сладенький, а только потом уже штырит. Ха, третья попытка, третьей ночи. Надеюсь, последняя попытка. Надеюсь, дальше дебил хазахазахазахаз. А, вон он прячется, значит, да? Тогда вали в пятую камеру. Блин. О, господи! Ты не против, если я тут видео починю? Окей? Ты только ко мне не бегай, ладно? О! Вы видели, да, как он сейчас выглянул? О, вот он все-таки тут появился. Так, сейчас нужно переместить его на вторую камеру. Только быстрее перезагружайся аудио. И не ломайся. Оно очень вовремя сломалось. Ну, как всегда. О, господи, да чё? Вы видели, он там пробежал прям передо мной. Это сколько ж в нем наглости так беспалевно ко мне бежать. Так, вода у меня есть в арсенале. Ну. Куда он уперся уже? Куда он уперся? А, это случайно не его рука вот здесь? Вот, блин. Его очень трудно заметить на камерах. Ага, вон его ручка. Я все-таки его заметил. Так, он в 7-й камере, он далеко от нас, иди в 8-ю. Молодец, слушай, теперь иди в 9-ю. Хотя, что там, вот по-любому сейчас загрузится аудио, и оно сразу сломается. Что? Он где-то в вентиляции лезет. Вот он! Так, быстро, быстро закрывай ее. Хух, успели. Сори. Ой, нет! Иди-ка, ты знаешь, куда Чика? Я знаю, что при этой картинке сейчас она на меня выпрыгнет. Нет, нет! Hi. Аудио сломалось, она на меня сейчас выпрыгнет 100%. 5 часов ночи, осталось совсем немного. Совсем немного, давай! Он по вентиляции лезет. Где он, где он, где эта шмаль? Смотрим, смотрим, смотрим. А, он здесь, но у меня здесь и так закрыто. А, вон он стоит за занавеской. Иди возьму камеру. Блин. Круто! Мы прошли третью ночь, мне не нужно ничего пить. И у нас опять мини-игра, и мы играем за Чику. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас опять туда пойдем, и нас опять грохнут. По-моему, эти мини-игры показывают как раз те события, которые произошли между первой и третьей частью, насколько я помню. Так, опять ошибка, опять это фиолетовое, чем она съест сейчас. Ну что же, я надеюсь, вам понравился этот выпуск игрового челленджа. Если вы хотите еще больше игровых челленджей, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте писать, с какими играми, какие челленджи смешивать в моей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну вот и все, с вами был Брайан. Будьте молодцами, не ешьте острые соусы. Пока!